20 февраля 2020 года в школе номер 26 города Орла состоялся урок памяти «Пограничники в огне Афганистана». Курсанты военно-исторического клуба «Пограничник» при поддержке Орловской региональной организации ветеранов погранвойск сумели перенести всех присутствующих в уже далекие 80-е годы, период войны в Афганистане. Урок памяти. Пограничные войска в огне Афганистана. Он приурочен к дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. На уроке памяти присутствовала внушительная когорта замечательных людей, ветеранов погранвойск, представителей других общественных патриотических структур и государственных органов. В зале находились родственники погибших героев, племянница Владимира Порываева и сестра Александра Стебакова, погибших в Афганистане, а также Марина Александровна Дьяконова, мать Дениса Дьяконова, отдавшего жизнь за родину в Чечне. Урок памяти. Пограничные войска в огне Афганистана объявляются открытым. Пограничные войска всегда находились на страже рубежей нашей Родины. Курсанты клуба проникновенно рассказали о некоторых операциях и подвигах пограничников в Афганистане. В частности, об участии офицеров спецназа КГБ СССР, прошедших школу пограничных войск, в штурме дворца Амина, о Мармойской операции, о подвиге вертолетчика, пограничника Валерия Попкова и о выводе войск из Афганистана, безопасность которого обеспечивали пограничники. В период афганской войны 1979-1989 годов, обеспечивая безопасность самых южных рубежей нашей страны, пограничники отразили десятки нападений бандитских формирований на территорию Советского Союза и провели 1113 боевых операций в Афганистане, в ходе которых уничтожили более 41 тысячи душманов. 675 советских солдат и офицеров из числа спецназа КГБ СССР, так называемого мусульманского батальона и 345-го отдельного парашютно-десантного полка смогли захватить укрепленный президентский дворец, который охраняли более 2500 отборных солдат афганской армии, усиленных танками, зенитными орудиями и артиллерией. Непосредственный штурм дворца президента Афганистана осуществляли бойцы спецподразделения ГРО и «Зенит», состоявших из офицеров КГБ СССР, многие из которых прошли школу пограничных войск. В частности, командиром группы «Зенит» был фронтовик, оборонявший Ленинград от фашистских полчищ, полковник пограничных Григорий Боярин. Во время штурма он геройски погиб, поднимая своих подчиненных в очередную атаку. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Этот герой был их привет. Я стал порой имен тех, кто принял.
тих, поселила в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный один мы в груди храним. Одной из наиболее успешных операций пограничников в Афганистане был разгром душманов в ущелье Мармоль в январе-феврале 1984 года. Подразделения 40-й армии не могли взять эту базу на протяжении более 2 лет. С нее снабжались оружием и боеприпасами многие бандитские группировки по всему северу Афганистана. База считалась неприступной. Но пограничники, в основном из состава десантно-штурмовых и мотоманевренных групп численностью до 2000 человек при поддержке авиации и артиллерии, смогли сломать оборону противника и захватить эту военную базу. Решающую роль сыграли пограничники, десантировавшиеся с вертолетов прямо на головы душмана, буквально через несколько секунд после артобстрелов их укреплений. Пока любых от дожди небесных вершин, по ступеням обугленным на землю сходим, сквозь прицельные залпы на веток лучшим. Мы уходим, 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 уходим. Прощайте, горы, вам виднее, кем были мы в краю далеко. Пускай не судит тот на бока наш кабинетный грамоте. Огромный вклад в обеспечение безопасности наших границ внесла авиация пограничных войск. В афганской войне участвовали вертолетчики 17-го Марийского, 23-го Душанбинского и 10-го Алма-Атинского полков. Они совершали десятки тысяч боевых вылетов. За 10 лет авиационными частями погранвойск в Афганистане было потеряно 62 вертолета. Более 1000 вертолетных агрегатов было повреждено пулевыми и осколочными пробоинами. Святой принцип русского человека «сам погибай, а товарищу вручай» соблюдался в Афганистане пограничными летчиками всегда и в любых ситуациях, раз за разом подтверждая надежность военного пограничного братства. На земле Афганистана не был оставлен ни один раненый, ни один убитый, ни одна могила советского пограничника. И в этом была немалая заслуга авиатора. За героизм и мужество звание Героя Советского Союза получил летчик Валерий Попков. 9 января 1989 года его экипаж в паре с экипажем капитана Шарипова вылетел для выполнения боевого задания в районе Ханабад. Капитану Шарипову удалось в самый последний момент выпрыгнуть с парашютом и долететь до земли. Он был весь в крови. К советскому летчику устремился отряд душманов. Шарипов приготовился принять последний бой. Но в этот момент из облаков выпорхнул вертолет капитана Попкова. В одно касание он высадил десант из 3 человек, который помчался к Шарипову и к упавшей машине, прикрывая раненого сослуживца огнем из автомата. Тем временем Попков взмыл вверх и сделал несколько залпов по наступающим боевикам. Парашют оставлен дома, на траве аэродрома. Даже если захочу, не свернусь. Облака перевернулись и на лбу все жилы вздулись. И сдавило перегрузкой грудь. Вот с 15 мая 1988 по 15 февраля 1989 года в соответствии с Женевскими соглашениями советские войска были организованно выведены из Афганистана. Утром 15 февраля командующий 40-й армии генерал Громов доложил, что на афганской земле за его спиной не осталось ни одного советского солдата. Лишь через 10 лет на вопрос корреспондента
Было ли ему страшно последним покидать Афганистан? Не боялся он пули в спину от снайпера? Генерал признался. А чего было бояться? Ведь сзади в Афганистане еще находились советские пограничники. Последний, 16:39. Из Афганистана вышла 5-я мотоманевренная группа Тахто-Базарского погрянотряда КСА. Пограничники с доблестью обеспечили безопасность вывода 40-й армии из Афганистана. Выход армии осуществлялся через КПП «Термес», КПП «Пушка» и авиации через КПП «Ташкент». В период обеспечения безопасности вывода войск пограничники не потеряли ни одного солдата. Они оттуда выходили организованно и без суеты. Так редко идут дожди, чаще мурит звездя. Я вернусь к тебе, я вернусь, пусть уныло стучат дожди. Я вернусь к тебе, я вернусь, только помню любви. Я вернусь к тебе, я вернусь, сердце радости боль храня. Я вернусь к тебе, я вернусь, потому что ты ждешь меня. Линию, защищая рубежи нашей Родины, во время боевых столкновений с китайцами, афганскими душманами, международными террористами в Чечне и в других конфликтах после Великой Отечественной войны, погибло около 38 тысяч наших военнослужащих, в том числе около 1000 пограничников и сотрудников КГБ СССР, ФСБ России. Много тянутся неторопливо. В ущелье Кандагара жгучий зной. Мальчишкам юным сразу по призыву пришлось связать свою судьбу с войной. Застыли в дымке горные отроги. Перед глазами плачущая мать. Тяжелой цепью заковали ноги. Да только парню некуда бежать. Внутри все пересохло под лавиной, и вырвался невольно горький стон. Я не заплачу, мама, я мужчина, покуда жив, еще не побежден. Удар душмана с ног свалил солдата. Во рту не здешний вкус чужой земли. Что, русский? Может, хочешь жить, собака? Тогда Аллаху нашему молись. С остервенением бешеного зверя сорвать с груди мальчишки хочет крест. Мы не убьем, лишь отрекись от веры. Но парень отказался наотрез. Тот крестик мать надеть просила слезно, когда внезапно постучалась в дверь война. Он вспомнил маму, за окном березу, и то, что Родина навек одна. Простой солдат, обычный русский парень, был зверски изувечен и убит. Всех поименно, кто погиб в Афгане, пускай навеки память сохранит. Собравшиеся помянули всех воинов, погибших в локальных войнах и боевых конфликтах после Великой Отечественной войны, в частности и пограничников. В числе ушедших в вечный погранаряд были 6 пограничников-уроженцев Орловской области. Это Алексей Сырц, Станислав Юрин, Александр Степаков, Владимир Порывай, Сергей Басов и Андрей Трус. В составе ОМОНа в Чечне погиб герой России Алексей Скворцов, ранее служивший в пограничных войсках. Там же, в Чечне, погиб выпускник нашей школы Денис Дьяк, который своим подвигом отстоял честь нашей Родины и честь нашей школы. Почтим память погибших солдат и офицеров минуты молчания.
событиям жизни школы мы возлагаем цветы мемориальным доскам. Юные пограничники и ветераны пограничных войск вручили цветы и памятные адреса родственникам погибших героев. Я хочу выразить благодарность и руководству 26-й школы, и ветеранам, и преподавателям. Вот сидит родина Надежда Ивановна. Огромная благодарность ей. И, конечно же, ветеранам погранвойск, общественной организации. Они хорошо работают, молодцы. Они создали в школе атмосферу патриотизма, атмосферу уважения к ветеранам, к ветеранскому движению. А это дорогого стоит. Вы знаете, то, что они рассказывают о наших погибших сыновьях, а я считаю, и Алёша Сырцев, и все остальные ребята погибшие, это наши сыновья, сыновья нашей организации. И очень приятно, что в этой школе живет память о погибших ребятах. За это огромная материнская благодарность. Еще раз благодарю пограничников, юных пограничников за большую работу и, конечно же, память. Память о наших погибших орловцах. Спасибо. Пограничники получили много подарков и благодарностей от почетных гостей. Искренне поблагодарить и директора, и всех участников пограничной заставы 26-й школы за ту работу, которую они проводят. Ребята, за то время, которое они посвящают изучению истории пограничных войск. Вы знаете, память, когда она превращается в пепел, на этом пепелище появляется нечисть. Афганистан – это отдельная тема. Почему отдельная? Да потому что это наша тема. Это уже наша. Я смотрю на маму и хочу низко поклониться. Я вспоминаю, у нас везде было на БМП, там на Тринке писали, тебя ждут дома. Я помню, когда у нас отношение к религии было такое напряженное, когда мамы заворачивали крестик, ленточку. И это украдка комсомольцы, коммунисты хранили в Афганке, ну, все это было в военном билете или в том же коммунистическом партбилете. Этот лоскуточек маминой защиты. И я принял, посоветовавшись с семьей,
я принял решение передать на хранение в музей 26-й школы дорогим моим пограничникам, пограничницам, с целью, чтобы они вот поднимали эту планку и стремились к самому хорошему, стать гражданином, защитником нашей прекрасной Родины, Российской Федерации. А мой подарок прост. Я передаю генеральскую рубашку и мундир для молодого поколения. Давайте поделим, да? Да. Все, поделим. Ну, вешу. Давайте. А это, уважаемые друзья, уникальный экземпляр, их всего 1000. Летопись пограничного века, выпущенная изданием Пограничной службы ФСБ России, всего 1000 экземпляров. И пусть вот эта капелька летописи пограничной, это к столетию пограничных войск, пограничной службы была выпущена. Я отдаю эти книги. Есть тоже книги, вот вышли совершенно недавно, это «Боевые друзья», про зеленые погоны Афганистана. И то же самое историческая книга «Действия на Даманске и в Афганистане». Ну и как мы говорили, у нас Орловская земля, она очень уникальная в боевых традициях. И мой друг и товарищ написал очень интересное «Партизаны и армия вместе к победе». А партизанское движение организовывали чекисты, орловские чекисты. Поэтому здесь очень много интересного в историческом плане, не только для детей, но и для взрослых. Спасибо. Мы приглашаем вас для приветственного слова. Знаете, вот присутствующих здесь ветеранов, наверное, так царапнуло по душе. Я хочу сказать, так все душевно организовано, такая вот подготовительная организационная работа коллектива школы Сергея Анатольевича персонально, наверное. Вот огромное спасибо, что чтите память ребятам, огромное спасибо. Вот действительно, так трепетно это все организовали, так доносите до нас. Спасибо ребятам, которые сопровождают и сами участники боевых действий. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо. Такой формат приятный и вот уровень очень высокий. Если это так все спроецировать на большую сцену где-нибудь там Кремлевского дворца, то прошло бы на ура на всю страну, вот честно. Поэтому огромное вам спасибо. В этом году выпущен трехтомник «Пограничники в огне Афганистана». Ну, они такие солидные, тяжелые книги и очень хорошо иллюстрированы. И такое, наверное, уникальное издание, вот со всеми покажу, такими вот красочными схемами, таблицами. И все исторически я уже вот показывал здесь много. И очень много выступлений ветеранов, самих участников этих событий. Поэтому в вашем музее это очень пригодится, я думаю, от всей души. Сегодня мы собрались здесь, вспоминаем наших погибших ребят, которые ушли в вечный наряд. Но они все равно с нами в строю. Они в наших сердцах. В стенах вот этой школы, я не боюсь этого слова, для нас это святая школа. В ней учился наш товарищ, пограничник Алексей Сердцев.
В этой школе подрастает наше поколение, которое также носит пока берет юного пограничника. Но они достойно за это время проявили себя, не запятнав честь почетного звания юный пограничник, не запятнав честь зеленого берета. Поэтому решением нашего правления, нашей организации, приказом по нашей организации, военно-исторический клуб «Пограничник» награждается медалью за активное участие в военно-патриотической работе. Открыли в двух районах два наших отделения, нашей организации. Это Верховье и Заревич. Сегодня, пользуясь таким моментом, мы передаем документы и знамена наших отделений поселок Верховье. И поселок Залик. Мы видели, как вы работаете, занимаетесь воспитанием подрастающего поколения в стиле военно-патриотического духа. И хотелось бы мне наградить от лица нашей организации грамоты за патриотическое воспитание подрастающего поколения и воспитание его в духе верного служения своему Отечеству. В России, в школе номер 26. Проходили соревнования по стрельбе из пистолета Макарова в тире «Сатурн». Проводилась видеосъемка. Проводил ее Семенов Игорь. В принципе, такой вот фурор хороший. Поставки, да? Да. Нанес этим видеосюжетом. Долгое время, там почти неделю крутилась там в Москве она. Вот. И поэтому от лица боевого братства объявляем благодарность Семенову Игорю Владимировичу. Служу России, пограничные войска. И еще, извините, пожалуйста, на этих соревнованиях команда военно-исторического клуба «Пограничник» заняла второе место. А две девчонки наши, пограничницы, Наталья Кулешова, 30 очков выбила. Анастасия Пронина, 29. И, соответственно, стали победителями турнира первое и второе место. Золото и серебро. Также вручается благодарность от правления Орловской региональной общественной организации ветеранов боевых действий. Андрей Дмитриевич ушел, поэтому поручил он мне вручить от имени этой организации вам благодарность за активное участие в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения. Спасибо вам. На нашем уроке присутствовали мальчишки и девчонки пятых классов, которые готовы сказать: я хочу в будущем учебном году учиться в кадетском пограничном классе. Я правильно говорю? Я правильно услышал ваше желание? Да! Ну, в первом кадетском классе мы будем учиться, говорит, так точно, правильно? Да. Так точно! Вот молодцы, уже первая, так сказать, из чего пошла. Если это окончательное решение принято совместно с родителями, я хочу сказать вам, ребята, что в России есть такая профессия. Родину защищать.
уроке памяти приняла участие группа «Перевал» под руководством Эдуарда Цветкова и состоящая из ветеранов боевых действий. Находились нынешние пятиклассники, которые с 1 сентября пойдут в первый кадетский пограничный класс в этой школе. Ребята и девчонки, несомненно, получили огромный заряд душевной энергии на этом уроке. И надеемся, что они усвоят его на отлично, сохраняя и приумножая традиции воинов в зеленых фуражках. Кому звезда, кому покой, кому как слава, погран состава по периметру страны. Мы на чеку, мы долгу памяти верны. Опять на зону ходим, сжимая автомат. Мы стали здесь увереннее и строже. Опять приказ, подъем, бросок, идем на перехват. Граница на замке и щит надежен. Погранзастава, погранзастава. Кому звезда, кому покой, кому да слава. Погранзастава по периметру страны. Мы на чеку, мы долгу памяти верны. Я просто понимаю, как это.